говорит, типа, его Перу оскорбили и так далее, из-за этого он начал. Я говорю, если публично, тогда так, зачем нам и так далее. Но он сказал, больше не буду, так Хейтан сказал, ненавистью, нормально. Хейтом, таксич, стаканов отойти не... Вашему вниманию, то... Пацаны, я извиняюсь перед всеми. Перед всеми я извиняюсь за Куку, я извиняюсь за него. Не уберег пацана. Топ самых зашкварных ютуберов по Free Fire. Ютуберов, которым пора бы уже... Бля, я надеюсь, я не зашкварный. ...же свалить кедрение фени и уйти играть в Brawl Stars. Ну, иногда у меня тоже бывает зашквара, честно ты говоря. Чё, хуё, блядь? Ничего против Brawl Stars не имею, просто... Да нет, Bubble Class лучше, хэштег Bubble Class, это бомба игра. Первое, что пришло в голову, чтоб никто на меня не обижал, так лучше... ...раздумывают, а какого хрена в этот список отсталых дегенератов попал Кука? Бля, бедный парень, да. Это чё такое Bubble Class? Я клянусь Аллахом, жесть, я вам клянусь Аллахом. Если бы Кука вот так себя не вел бы, если Кука... Ну, как раньше был, как, ну, как со мной вместе двигался бы. Никому я не дал бы обидеть Куку. Никому. Клянусь. Если он был бы... Я своих пацанов всегда защищаю. Вы все знаете, я свой клан всегда защищаю. Вы все помните, даже в элементарном случае, когда мы играли с Куказа, вы помните, из-за чего, блин, у меня был большой хипиш. Потому что я защищал свой клан. Я всегда своих пацанов защищаю и всегда горой бываю. И, конечно, если кто-то из нашего клана не прав, я его как бы, ну, ему объясняю, но все равно защищаю, потому что наш... Ну, так как Кука не со мной, так как он выбрал другую сторону, и никого я тут защищать не буду, а просто буду сидеть и смотреть. И я вам с радостью отвечу. Кука поехал кукухой и попал в нашу рубрику... Кукухой поехал? Только из-за того, что в свое время... Чё они делают, блядь? Не херовника. Я почему это не видел никогда? Так зашкварился и решил учить отца ебаться. Сыну... Я тоже не видел это. Это чё такое? Поддержать Жабеныча в трудный... Бля, Кука, ебаный в рот. Жизненный период. Это я сейчас про тот период, когда один очень крутой ютубер раскатал Жабеныча как какашку по асфальту на жизненный асфальте. Кука, нормальный пацан. Блин, не, он неплохой парень, он нормальный пацан. Но, блин, он... Такую херню страдает сейчас в последнее время. Я не знаю, почему он так страдает. Он его разоблачил, короче. Сам Жабка в своей ответке сказал, что именно Кука был тем человеком, который уговорил снять Жабку то самое видео, после которого у всех не останется вопросов. Знаете, кто меня, во-первых, застал, который... Там, за такую прическу в Казахстане ничего не скажет. Есть чат из Казахи? Скажите, братцы, за такую прическу там Казахстан что-нибудь скажет? По факту, я тебе сейчас честно скажу, по факту, ну, если чисто сказать... Если такое увидят, а ты этот лысым сделают. Не, по факту, я тебе честно скажу, я думаю, он там не особо... Ну, я не знаю. По факту, ему никто ничего не говорит, как я знаю. Я не знаю. Сейчас покажу. Я не знаю. Блин. Петя, не извини. Может, он либо не выходит. Указал? Я надеюсь, вам видно, да, вот. Бля, ты крыса. Более того, Кука был тем человеком, который вписался даже и в сам ролик. И на черном фоне, видимо, потому что является закомплексованным маленьким школьником, решил нам рассказать простым смертным, как мошенники воруют данные. Поэтому, братва, не ведитесь на это. Всем огромное спасибо, что вы слушали. Продолжайте смотреть видосик. Ой, а что это такое? Кука, не разобравшись в проблеме, решил встать на сторону человека, который является одним из самых главных лицемеров в нашей игре. Я не понимаю, вот клянусь Аллахом, я это и Куки говорю, я это, бля, много раз на стримах говорю, почему Кубка с ним дружит? Бля, ну я не человек, который, бля, определяет, с кем дружить, с кем не дружить. Или не тот человек, который буду тебе говорить, с этим дружи, с этим не дружи. Я не такой человек. Мне вообще, бля, по факту насрать. Ну, в этом случае, почему мне не насрать? Потому что, блядь, Кука это человек, который со мной был 3 года, со мной вместе все проходили. Я его, блядь, очень много пиарил. Очень много он хайпа от меня тоже получил, со мной играл, делал контент, был со мной как братишка мой. И в итоге, блядь, он выбирает, с ним идет с ним делает контент, выбирает его, идет с ним. Я не знаю, я не понимаю, вот реально, если бы у меня сколько ничего не было бы прошлого, я бы вообще, блядь, по-другому сейчас вообще себя вел бы, и вообще даже это видео даже не смотрел. Просто... Я не понимаю, почему Кука вот так поступил. Реально, он мне вроде написал там, ну, блин, я сказал, хорошо, что я могу сказать ему? Ну, хорошо, это твой выбор, да, Кука? Ну, блин, ну, ебаный в рот, бля. Человек, блядь,
Евген показал, как человек наебывает людей. Евген показал, что это человек, бля, нетрадиционной сексуальной ориентации. Человек, который долбится с мужчинами. Бля, мне противно с ним даже находиться, бля. Даже общаться. Просто единственное, то, что я там... Реально, если бы он против меня что-то говорил бы... Я вот клянусь, я вот личность как жабки не оскорбляю. С ним тоже очень много было до того, как я узнал это. Человек сам по себе неплохой. Вот реально жабка, он сам по себе неплохой и так далее. Я тоже согласен. Да. Много неплохой. Просто мой менталитет таков, я вырос в таком месте, и мой менталитет таков, что если даже у меня будет лучший друг с детства, с первого класса, если мы будем даже 30 лет вместе дружить, и нам будет по 30 лет, он скажет, я гей, я его нахуй пошлю и сделаю так, что я его никогда в жизни не знал. Это я так вырос. У меня такой менталитет. Тем самым Кука, как я считаю, лишь показал, кто ты есть на самом деле. Ведь недаром говорят, покажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Ну тут я тоже ору иногда, так. Ну не так сильно ору. Ну в этом ничего нету такого, я вижу. Ну в этом я ничего такого не вижу, как бы эмоции и так далее. У всех бывает, как бы и у меня, и у других. А это какой он ориентации? Шутка. Он знаешь, какой ориентации? Он когда, вот, как тебе сказать, он знаешь, какой это? Вот ты мужик, и вот мужик. Даже вот два мужика, да? Вот так поворачиваются друг друга, и вот так. Вот такой он ориентации. Не, ну это что такое, блин? Кука, ты что орёшь? Мне с этим жить. Вова, мне с этим жить. О, Вовка стример, вот для чего я заходил вообще сюда. Вова стример, а вот это вот просто легенда. Легенда Free Fire. Друзья мои, Вова настолько легенда Free Fire, как Лобов в ММА, мне так кажется. Легенда, вот Вова в Free Fire такой же легенда, как Лобов в ММА, мне так кажется. Я его знаю давно, тот друзья понял, мои, клянусь, понял. Я его знаю давно, Вову. Он раньше вообще таким не был, клянусь, почти год назад или два года назад он не был таким. Я помню, он у меня пиары покупал, я его и пиарил, мы с ним играли. Я его знаю давно, я его рейдил много раз, помогал ему. Только турики, даже два года назад. Да, два года назад, он вообще другой был, я не знаю, мне кажется, он специально такой образ взял. Он увидел то, что это хайпится, о нем говорят. Мне кажется, у него просто такой образ. Образ человека, который обсирает людей и тем самым хайпит. Не так? Мне кажется, это просто образ. Дарнейший человек. Один из тех ютуберов, на которого очень... Короче, меня тут просят, чтобы я направо себя поставил. Ладно, так, пока вот так поставлю, изображение тоже пока уберу. Многие мои подписчики просят снять полноценное разоблачение. Долбоёб, что ли? Причём тут его мать? Ютубер Вова Стример, а.к.а. Человек-мем, а.к.а. Человек-кринж, а.к.а. ебал твою маму, пока ты писал мне комментарий. Блин. Если кратко, то Вова это один из тех ютуберов, который за словами в карман не лезет. Ему вообще насрать на все, он увидит, блядь, то, что чел ему эмоции сделал, все, я его маму на маму, короче. Только дай повод, и он готов пристроиться к любой мамке сзади и спереди. Блин, это просто... Один из самых агро-ютуберов во Free Fire, который на каждом своем стриме оскорбляет своих собственных подписчиков. СНГ, Вацок, чекни свой матч, Люху. Любой херне. Играешь хуже него, пошел нахуй. Не поставил стенку, соси мой. Нехорошо, в отличие от твоей... А? Знаешь, это отец СНГ нормальный пацан, знаешь? Не, неплохой, я с ним общался тоже. Ну, неплохой парень. Сам по себе. Ебаные шлюхи, которая родила такого выпердыша, как ты. Не затащил раунд, пока я стоял, рак! Он типа за справедливость, да, из-за этого делает, он, да, это размечание и так далее. А жабка же не сказал, что он гей, или как ты это узнал? Сейчас, подожди, сейчас. Просто. Жаба норм. Архиве должно быть тут, короче. Пацанам же мы кидали там. Плюс Барса. Сейчас, подожди. Бля, подожди, сейчас. Сейчас я поищу. Ну да, вообще не гей. Не, вообще не гей, пацан, просто... Просто своего брата целуют. Чисто так, брата своего, братюню. Чисто братский поцелуй такой же. Чисто брата обнял, поднял, заплакал. Вот, смотри, поднял,
обнял, заплакал. Просто. Вообще не гей, пацаны, просто так. Братюня, братский поцелуй такой же, братский. Братья мы, блядь. Мы с вами, блядь, разъебем всех, блядь. Я ебал твою мать. Не, просто твоя мать шлюха. Какое-то заведение или он подождите, там тихо, посмотри, на какие-то пацаны. Тусы ходил, что это? Это медвежатник называется такой, короче, гей-бар, что ли, клуб, что ли, что такое. За другого 9 человек. Все, больше слышать и не надо. Чекай свою мать шлюху, и все. Это самые коронные фразы данного ютубера. И поверьте мне на слово, я их еще очень лайтовенько так озвучил. Ну, потому что цензура, сами понимаете. Меня смотрят дебенькое лицо, невозможно без нее смотреть. Ну, недаром же я его прозвал человеком мемом. Fire KZ. Эльки. Блин, пацаны, это мой любимый персонаж. Просто мой любимый персонаж Fire. Эй, мамкин бизнесмен. А.К.А. постоянный участник сарделькопатии. А.К.А. отрезал себе писюн, чтобы заработать на компуктер. Совсем недавно этого персонажа я разоблачал и рас... Представь себе, вот это Fire KZ, этот пацан, он притворялся Мадиной, там, Заей, там, какой-то Олеся, там, я не знаю. Он был всем. Он был всем. Все тёлки, это он был, короче. Помните, вот сейчас в последнее время можете заметить то, что нету никаких Мадин, ни так, никаких Альбин, ни, никаких, блядь, никого нету. Почему? Потому что он разоблачил их. Сейчас нету их. Раньше было очень много. Просто делали канал, каких-то тёлок он нанимал, чтобы они говорили, что это они, и всё. И, типа, это их, типа, канал тёлки набирал подписчики, продавал. И наёбывал аудиторию. Рассказывал, кто он такой и в чем провинился. По некоторым причинам я не могу в этом видео вставить все его зашквары, потому что там просто какой-то лютейший трэшак. Но главный зашквар этого маленького бизнесмена это, конечно же, Мадина. Мадина, привет! Мадина, привет! Именно Fire KZ был той самой легендарной... Ооо, такая бомбой фото. Мадина ФФ, которая... И мать на Fire танцует бомбу, а? ...прохайпала на хайлайте и собирала миллионы просмотров. Fire для того, чтобы заработать на комп, решил создать фейк-аккаунт и... Мать, Fire, ты танцуешь бомбу. ...творится девушкой. И делает он это, кстати, успешно до сих пор. А в перерывах между делами со своими корешами, видимо, насмотревшихся стримы моих строек, которые снимают апартаменты в Москва-Сити за 100 000 рублей, они снимают засранные халупы за 1000 тенге и на развалинах диване в десятером с плотными ногами вещают своей аудитории о жизни и учат их зарабатывать. Мадина был образ. Мадина был образ? И пока все играли в фэлс. Фрифер, вы на бузер, вахтан гитар жингизде. Мен осылай басым жасап, яны. Бля, он сам это признает, что самое интересное, он это признает. Даже шапка не признает, что он гей, а он признает. Сонда образ арқылы свой канал ашқым келді болады. Типа это образ был. Ебать, бля, на ебать аудиторию сделать бабки. Бля, блядь, бомбой образ, блядь. Вот. Если кратко о системе его заработка, то... Еще очень хороший образ у него, знаете, что на турнирах сзади убивать, блядь, и делать на этом видео. На популярных людей, чтобы хайпануть. Вот у него еще один образ. Выглядит это примерно так. Отрежь себе писюнчик и стань девчонкой. У Fire получилось, и у тебя получится. И, наконец, заслуженное первое место в нашей рубрике самых зашкварных ютуберов. Бля, кто же будет, бля, кто же будет, кто же будет, бля, кто же будет, бля, кто же будет первый? Я, что ли? Ютуберов во Free Fire. Жабены! Чиван Трофимов или Паранин, тут хер кто разберется. Он же жаб. На это уже... На ютубе года минимум. На это уже я видел, дальше неинтересно. Про, короче, дальше неинтересно, короче, это все видели, короче.